Процедура работы с очередью следующая. Шаг первый. Бронирование или сообщение попадает в очередь автоматически, либо агент посылает бронирование или сообщение в очередь. Это подобно попаданию почты в лоток для входящих документов. Шаг второй. Затем очередь обрабатывается агентом. Это подобно сортировке почты, то есть она или сохраняется для дальнейшей работы, или удаляется. Шаг третий. Агент завершает работу с очередью после выполнения своей задачи. В каждом PCC имеется 100 очередей с нулевой по 99. Для вызова таблицы очередей команда QPB звездочка. Здесь вы видите описание очередей. Нулевая очередь требует немедленного вмешательства. Первая очередь. Если не указано определенного номера очереди, бронирование, помещенное в очередь, автоматически попадает в General Queue. Очередь номер 2. Бронирование с запросом мест. Очередь номер 10. Бронирование с предварительной датой оформления билета. Можно пролистать дальше команды Move Down, MD. 16-я очередь. Бронирование с ремарками от авиакомпании. 17-я. Подтверждение с листа ожидания. 22-я очередь. Изменение времени вылета или прилета рейса. Двадцать пятая очередь. Ответы по SSR-запросам. Очереди, начиная с 26-й, могут быть использованы агентами по собственному умолчанию. Чтобы отобразить все активные очереди, используется команда QCA. В данном агентстве активные очереди General Queue, 2, 10, 16, 25, 30, 99. Название очередей с правой стороны. Цифра напротив очереди обозначает, сколько броней находится в конкретной очереди. Нажав на эту цифру, вы открываете список этих броней и рядом локейтер. Кликнув на локейтер, можете открыть любую бронь. Или же, вернувшись, можете кликнуть на Queue, и тогда брони будут открываться по одному. Чтобы пролистывать и оставлять в Queue эту бронь, набираем команду Ignore India. Мы просто пролистываем. Если мы хотим удалить из Queue, тогда мы набираем команду QR. Бронь автоматически удаляется из очереди. Это мы пока оставим. Ignore. Пролистываем. Это можно удалить командой QR. Выписаться из очереди можно командой QXI.